Привет! С вами программа «Мои поделки» и я ее ведущая Яна Ановая. Сегодня мы будем делать кошечку, только с присыпанной крупой. Для этого нам понадобится трафарет, скрепки, клей, ножницы, салфетка и волшебный ингредиент. Все ели манную кашу? А нам понадобится манная крупа. Сначала мы трафарет прикрепили к цветному картону с крепками. Теперь надо обмазать все это клеем. Намазать. Все, и в середине тоже. Теперь нашу картину присыпем манной крупой. Везде засыпали, везде. Ну и засыпала. Теперь надо аккуратненько стряхнуть лишнюю крупу сюда. Крепочки аккуратненько отцепим. Такая снежная кошечка у меня получилась. Сейчас мы нарисуем ей глазки, ротик, носик и ушки. Вот такая кошечка у меня получилась. Она вам улыбается. Ой, забыла, надо же еще когти нарисовать. Усики-малусики. Как думаете, такое возможно собрать? Мы сегодня с мамой в Украине выбирали такой набор. Как называется? Называется кухня. Комната такая. Да, это такая кухня. И здесь вот эти вот открываются. Там еда внутри. Вот у меня была такая в комплекте куколка. Здесь еще была вытяжка, печка, духовка. Духовка, кстати, открывается. Здесь кран. Окошки открываются. Дальше. Вот здесь дверцы открываются. Вот здесь ящичек открывается. И также другой. А в ящичке что лежит? Ничего. А у хозяюшки что лежит в ящичке? Ничего. Вилки, там ложки, ножи. Закрой за собой дверь. Так, что она помыла посуду? Пошла в шкаф, посмотри, какие продукты. Вот это вот синенькая, да. Это ящичек. Здесь еда. А че микроволновка наверху? На этом наша программа закончена. До новых встреч. Пока. Желаю вам счастья, любви и здоровых выходных.